Ну что, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня вот мы с моим другом Михаилом из Москвы случайно встретились в городе Ташкенте. На самой центральной улице, где находится ресторан «Тесто», и решили выпить по чашке капучино. Май месяц, вы видите, какая погода в Ташкенте. Это прекрасное время. Нужно быть на улице, наслаждаться весной. А вот сзади оператор сейчас покажет, прямо здесь же продают клубнику. Представляете, как угодно. Ты просыпаешься, спускаешься, а у тебя уже свежая клубника возле дома. Сделал несколько шагов, прекрасный ресторан «Тесто», где можно отведать любые блюда. Я еще, может, два слова добавлю. Рад увидеться нашего друга Алексея. И вообще, это город такой, как бы он большой, но в то же время маленький. Что идешь, всегда знакомых встречаешь, приятно проводить время. Поэтому, друзья, кто еще не был в Ташкенте, приезжайте сюда, к нам в гости. Вот хозяин Алексей. Добро пожаловать. А я...